Здравствуйте, меня зовут Крылова Диана, я студентка Института иностранных языков Петрозаводского государственного университета, четвертый курс. Сегодня я хотела бы прочитать вам рассказ о войне. Рассказ называется «Зоя». Сизой лентой на запад бежит шоссе. Чат по шоссе машины. 85-й километр от Москвы. Присмотрись налево. Мраморный пьедестал. На пьедестале застыла девушка. Связаны руки. Гордый, открытый взгляд. Это памятник Зое, Зое Космодемьянской. Зоя училась в московской школе. Когда враг стал подходить к Москве, она вступила в партизанский отряд. Девушка перешла линию фронта и присоединилась к народным мстителям. Многие жители Подмосковья против фашистов тогда поднялись. Полюбили в отряде Зою. Отважно переносила она все тяготы и невзгоды опасной жизни. Партизанка Таня, так называли в отряде Зою. В селе Петрищево остановился большой фашистский отряд. Ночью Зоя проникла в Петрищево, перерезала телефонные провода, подожгла дома, в которых остановились гитлеровцы. Через 2 дня Зоя снова пришла в Петрищево. Враги схватили юную партизанку. Допрашивал Зою сам командир дивизии, подполковник Рюдергер. «Кто вы?» «Не скажу». «Это вы подожгли дома?» «Да, я». «Ваши цели – уничтожить вас». Зою начали сбивать. Требовали, чтобы она выдала своих товарищей, сказала, откуда пришла, кто послал ее на задание. «Нет, не знаю, не скажу, нет», – отвечала Зоя. И снова пошли побои. Ночью Зою подвергали новым мучениям. Почти раздетую в одном нижнем белье, несколько раз выгоняли на улицу и заставляли босую ходить по снегу. И снова. «Скажите, кто вы? Кто вас послал? Откуда пришли?» Зоя не отвечала. Утром Зою повели на казнь. Устроили ее в центре деревни, на деревенской площади. К месту казни согнали жителей. Девушку повели к виселице. Поставили на ящик. Набросили петлю на шею. Последняя минута. Последний миг молодой жизни. Как использовать этот миг? Как оставаться бойцом до конца? Вот комендант приготовился дать команду. Вот занес руку, но остановился. Кто-то из фашистов в это время припал к фотоаппарату. Комендант приосанился. Нужно получиться достойным на снимке. И в это время... «Товарищи, не бойтесь!» – прозвучал голос Зои. «Будьте смелее, боритесь, бейте фашистов, жгите, травите!» Стоявший рядом фашист подбежал к Зое, хотел ударить, но девушка оттолкнула его ногой. «Мне не страшно умирать, товарищи!» – говорила Зоя. «Это счастье – умереть за свой народ!» И чуть повернувшись, прокричала своим учителям. «Нас 200 миллионов! Всех не перевешайте! Все равно победа будет за нами!» Комендант дернулся. Подал рукой команду. Минское шоссе. 85-й километр от Москвы. Памятник героине. Люди, пришедшие поклониться Зое. Синее небо. Простор. Цветы.